Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить для вас обзор российского танка Т-90МС МБТ. Модель выпускает фирма Tiger Model. Как видите, объемная коробка чуть влазит в экран. Глянцевое, красивое исполнение, хороший рисунок. Очень хорошо даже уже на самой коробке видно, как наносить камуфляж, цвета камуфляжа. Ну, сейчас рассмотрим, что находится внутри. Модель 2016 года. Вкладыш цветной. Благодаря таким вкладышам очень удобно наносить камуфляжи на технику, наносить маски. Спасибо, что многие фирмы начали вкладывать. Инструкция. Инструкция похожа на инструкцию фирм Tamiya. Сделана в виде книжечки. Хорошая, четкая печать. И довольно информативно показаны результаты сборки. Наборные траки. Взяв эту коробку в руки, мне данный танк напомнил продукцию фирмы Мэнк. Точно такой же корпус, очень похожее литье. И даже точно такие же рабочие траки, которые мы рассмотрим чуть позже. Тридцать три этапа сборки, не очень много и не очень мало. Видите, все упаковано. Пакеты, все литники, интересные дополнения в наборе. И если хотите, чтобы ваш танк выглядел еще более зрелищно, всегда можно заказать металлические траки фирмы Master Club. Распаковал литники, чтобы лишний раз не тратить время. Начнем рассматривать качество литья. Как видите, довольно хорошо все отлито. Все очень хорошо сделано. Смотрю на детали. Все очень похоже на фирму Мэнк. Надеюсь, и качество сборки будет точно такое же. Очень хорошо выполнены все детали. Нету ни облоя, ни утяжем. Все следы от толкателей спрятаны внутрь и не доставят нам неудобства. Литников не очень много и не очень мало. Среднее количество деталей. Если вы новичок, то труда собрать этот танк не составит. Ну и для профессиональных моделистов тоже довольно интересная модель. Сам танк очень интересен и внешне красив. Одинаковые литники не буду показывать.
собирал Т-72 или Т-90 фирмы Мэнг. Узнают в этих траках полную копию. Траки сделаны хорошо, собираются в рабочую ленту. Чем примечателен еще данный набор? Тем, что в нем два варианта катков. Вариант номер один, который нам нужно использовать. И вариант катков, как у Т-72 и у Т-90. Поэтому, приобретая этот набор, у вас еще одни хорошие катки останутся бонусом. Такая вот интересная башня. Все хорошо сделано. Хорошо видна расшивка. Орудие дано с двух половинок. Пулемет. Надеюсь, все хорошо будет видно. Боковые экраны. Логотип фирмы. 2015 год. А, модель 2015 года. Конец 2015. Верхняя часть корпуса отлита одной деталью вместе с баками и с ящиками ZIP. У Мэнга это все вроде бы собиралось отдельно и вклеивалось. Ну, очень хорошо выполнено. Даже еще какое-то масло от пресс-форм. Ванна, нижняя часть корпуса, сделана одной деталью. Хорошо выполнено. В целом от модели очень приятные впечатления. Кондукторы для сборки траков я не распечатывал. Прозрачный литник с прицелами. Триплексами тоже не распечатывал, чтобы не поцарапались. Ну, хороший прозрачный пластик. И вот такой вот пакетик с дополнениями. Сейчас рассмотрим, что здесь. Это литник. Креплениями боковых кранов. Хороший бонус набора. Тучи. Маска пушки. Металлический трос. Довольно хорошо выполнен. Силиконовые втулки. Платка фототравления.
И вторая кладка фототравления. Какие-то непонятные декальки при наклейке. Декаль небольшая. Силиконовые втулки. И трафарет ящика. Он, я так понимаю, делается с фототравления при помощи этого трафарета. Вот, друзья, вот такой вот набор, очень приятный, произвел хорошие впечатления, поэтому рекомендую, друзья, если приобретете, то не пожалеете. Приобрести вы можете данный набор в магазине «Я моделист». Спасибо, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии, спасибо, что подписываетесь, остаетесь с нами. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!